Ольга Бузова не скрывает, что крепкая семья и рождение детей – главная мечта в ее жизни. И ее осуществление уже не за горами. Личная жизнь 38-летней певицы и телеведущей давно не дает покоя ее поклонникам. Красотка жаждет стать мамой, но встретить подходящего для этих целей избранника пока не смогла. За плечами у знаменитости несколько рухнувших отношений. Самым громким стало расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым Ольга прожила несколько лет в законном браке. Увы, спортсмен променял Бузову на модель Анастасию Костенко. Не сложился и союз артистки с рэпером Давидом Манукяном. Роман был бурным, однако потом исполнительница хита «Мало половин» обвинила возлюбленного в абьюзе. С тех пор на любовном фронте у Ольги Штиль или, по крайней мере, она не афиширует происходящее. Однако поводов отчаиваться у Бузовой точно нет. В ее жизни наступает светлая полоса, утверждают эксперты. У Ольги большая вероятность родить ребенка в течение 5 лет. В этот период открыты все врата. И в ближайшее время перед ней появится сразу несколько подходящих кандидатов в партнеры, от которых можно будет благополучно зачать. Среди них будет и взрослый, состоявшийся мужчина, который находится у власти. И мужчина молодой. Выбор будет за Бузовой. Но уже с сентября ее начнут замечать сухожором, с которым возможны полноценные отношения. Так что все шансы стать мамой у звезды есть. А что касается пола ребенка, то, скорее всего, будет мальчик, заключила Елена Глебова.